Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием Super Raft Boat. Концепция вам, скорее всего, до боли знакома, но здесь, в этой игре, все гораздо аркаднее. Здесь нам нужно отбиваться от волн противников, при этом также, естественно, апгрейдить наш плот, улучшать его и строить, возможно, что-то невероятное. Туториал, естественно, не нужен, мы и так разберемся, то есть главный элемент — это оружие. Основной элемент игры, а уже второстепенный — это молоточек, с помощью которого мы будем возводить различные конструкции. Так, ствол доступен пока что только один. Так, ну и судя по всему, если мы охотимся вот таким вот образом на рыбу, просто ее уничтожая, это пираньи, видимо, мы не только защищаем наш плот от повреждений, но и также наверняка получаем какие-то ресурсы, потому что ящиков я здесь никаких не вижу. Твою мать, прямо в рот залезла чайка. Так, давайте уже отстраивать. Аккуратненько наш плот. Это, видимо, акула. Со всех сторон будем новые доски устанавливать. Так, там уже пираньи. Я не уверен, что это пираньи. Все против меня, все жители океана. И здесь есть радар. Вижу, сзади кто-то хочет подкрасться. Так, вперед поставим. Честно говоря, такое ощущение, что ресурсы все-таки бесконечные. И здесь, судя по всему, уровни. Так что все более аркадно, чем мы привыкли видеть в таких играх. Здесь элементов выживания именно по минимуму. Так, ну уже немного жизнь мне откусили. Скорострельное бы что-нибудь, пулемет бы. Так, бутылочка какая-то, не знаю, какие-то апгрейды. Так, я надеюсь, да, время замедлилось. Давайте посмотрим, что это. Так, батончик нам дает быструю перезарядку. Это нам дает дрон, который атакует... Слушайте, дрон — это неплохо, который атакует наших противников. И кошачьи ушки дают красоту. Наверное, не знаю. Давайте возьмем дрона, пожалуй. Так, а как его использовать? Все, это уже второй уровень, надо срочно. Тут еще и булыжники какие-то появились. Так, дрон работает. Надо срочно отстраивать наш плот. Как можно скорее спамить. Ой-ой-ой-ой, сейчас как в Титанике будет. Нет, все нормально. Огромный какой-то камень. Твою мать! Вот этого я не ожидал. Почему-то тут для левшей все было настроено. Вот теперь я смогу, да, ходить на правый стик. Все нормально, все по-человечески. Так, сразу же начинаю спамить и отстраиваться. Я буду вращаться вокруг своей оси, скорее всего, задушу себя проводом. Но до того стоит. Отстреливаюсь со всех сторон. Теперь я буду маневрировать. Теперь я буду уворачиваться. Хотел сказать, я на пиранье. Со мной не согласны. И откусывает мне, к сожалению, хп. Я надеюсь, здесь можно получить хп где-нибудь найти. И, судя по всему, зона здесь не бескрайняя. Я видел, что ограничения, да, какие-никакие есть. То есть мы не бесконечно можем плот наш строить. Так, сзади подходят. Чайки хотя бы не разрушают конструкцию нашу. Они, конечно, могут выколоть мне глаза, но это ведь не так страшно. Я буду только похож на пирата. Так, ну пока нормально получается. Продолжаю спамить. Да, ресурсов здесь как таковых вообще нет. Поэтому все максимально аркадно. Так, еще одна мразь. Блин, еще чайки вдалеке. Подозрительно облетают, или я не знаю, кто это. Перелетные птицы, стая птиц. Хочется в них пострелять. Так, отлично, апгрейд. Да, так что это скорее какой-то рогалик, чем выживалка. Какое-то благословение масонов, которое дает нам двойной выстрел. Также экстра жизнь. И сачок, сеть. Не очень понятно, что это. Шанс... что-то, видимо, словить, поймать. Так, ну не знаю, двойной выстрел звучит классно, но здесь написано, что fire rate замедленнее будет, то есть скорострельность ниже. Так что давайте возьмем хп, пожалуй. Все, второй уровень. Да, собственно, как только мы находим апгрейд, видимо, это переход сигнализирует о переходе на следующий уровень. Так, акулу разваливаем. Разваливаем рыб. Продолжая спамить. Я просто уже не смотрю, где строю кусочки. Так, кто-то уже разорвал, и кто-то даже в меня попал, рыба. Я ее не заметил.
Вот жизнь и понадобилась. Но главное пройти этот уровень и побить рекорд. Что-то подозрительно, но мало противников. О, ХП. Отлично. Сейчас возьмем. Так, мы уничтожаем. Если я успею, конечно, сзади. Так, ну, видимо, нужно подобрать как-то. Да, отлично. Еще ХП. Слушайте, ХП здесь довольно много. Но я не заметил акулу, которая разделила на две части мой плот. Я надеюсь, больше таких ситуаций не повторится. Нужно срочно соединить платформу между собой, чтобы я мог передвигаться хотя бы. Так, ну нормально, нормально. Зато у меня фулл ХП, даже несмотря на то, что акула, еще одна тварь, акула разорвала весь мой плот. И уже не раз, не первый раз. Несмотря на это, я в порядке. Чувствую себя замечательно. Ну, строй! Что-то не строит здесь. Не знаю, в чем причина. А, все, пройдено. Так, газировка какая-то. Когда получаю дамаг, скорострельность увеличивается на 3 секунды всего лишь. Ушки кошачьи и батарея, аккумулятор на автомобильный. Шанс, не знаю что, шанс чего-то. Видимо, электрического дамага, что ли. Блин, ну даже не знаю. Хочется проверить, что дают уши. Но боюсь ничего, так что я возьму аккумуляторную батарею. Ой, ядовитые моря уже какие-то, смотрите, здесь пираты. Да, это действительно рогалик. Я думал, здесь все же побольше элементов выживания. Но, к сожалению, заранее их уничтожить нельзя, пока они за пределами. Что-то холодно уже. Пиратский корабль. Что происходит? Какой-то морозный эффект был, видимо, когда проплывал рядом корабль. Так, мы продолжаем отстраиваться. Они еще и стреляют. Стрелки у них есть. Ладно, фулл ХП у меня. В принципе, это не критично или критично. Призраки, видимо, вообще не убиваются. Я думал, если они за пределами, то их нельзя... За пределами зоны, то их нельзя убить. Но, видимо, они просто насквозь проходят и дают урон. Постараюсь смотреть почаще в спину. Хотя это и трудно сделать, я только что чуть не утонул в самом начале. Постараться, ребят. Это все, что я могу сказать. Так, ну по крайней мере плот пока целый. У нас еще есть немного времени, сейчас он будет уже не целый. Чтобы отстроиться, хотел сказать я. Так, еще одна рыба. Нормально. Рыба, кстати, практически ваншотается. Видимо, или это мой стрелковый навык лучше. Так, зря я взял. Надо было сначала отстроить немного. И у нас есть здесь батончик снова. Какая-то бита с облаками. Спавнит облака вокруг, неподалеку от противников. И если эти облака взорвать, какой-то дополнительный эффект. Трудно понять. Так, двойной дамаг. Вот двойной дамаг от острого соуса. Это я могу понять. Это то, что... То, что надо. Да, отлично, смотрите, ствол горит. Так, ну вроде нормально. Главное почаще смотреть на радар. Уже явно лучше, смотрите, я практически всю область задел. Уже практически не осталось. Блин, опять я в бутылку выстрелил, потому что подумал, что это противник. Так, когда получаем дамаг, давайте двойной выстрел на этот раз возьмем. Попробуем. Нормально. Да, теперь смотрите, этих я вообще ваншотаю. Конечно, скорострельность теперь не такая хорошая. Но мне кажется, прицельная стрельба — это нормальная тема. Хотя теперь я не уверен уже. Так, призрака не трогаем. И пытаемся не попасться. Просто он проходит насквозь, видимо. Или в центре исчезает. Трудно сказать, я был отвлечен. Так, ну здесь, смотрите, уже нормально идем. Главное, чтобы сзади, со спины. Ведь не подкрался какая-нибудь мразь. И сейчас так и произойдет. Так, этого можно убить. Да, так и произошло. Я думал, это призрак.
их можно спутать. Они практически идентичны. Так, кто-то лезет. Еще один ублюдок. Летучие голландцы меня окружают. Удивительно, как он мне не снес башку. Он стреляет как-то странно. Так, продолжаем отстреливать, не забываемся. Где мы находимся? И что нужно делать? Так, бутылка. Ну-ка, могу я немного отстроиться? Нет, все, я отстроиться уже не могу. Когда бутылка появляется, мне нужно обязательно шмальнуть. Так, дрона, наверное, мы выбираем. Он неплохо себя показал. Камни меньше хп имеют. И сердечко. Сердечко, в принципе, не нужно. Нет в этом необходимости. Так, следующий уровень, друзья. И здесь, похоже, какой-то босс с тентакли. Так, ну дрон действительно вроде помогает. Опа. Неужели это финал, ребята? Неужели это рай? Неужели мы прибыли? Или, возможно, это следующий уровень? Еще одна бутылочка. Также есть кресло. А, нет, это, видимо, небольшая остановка, где можно отдохнуть. Скорее всего, лежак восполняет хп, я думаю. Или это разблокировка просто оружия. Да, по всей видимости, так и есть. Но при этом мы убиты релаксацией, отдыхом. То есть мы могли бы пойти дальше. Либо мы получаем, собственно, апгрейд. Это новый ствол. И теперь у нас двойной ствол в самом начале. Но, к сожалению, мы начинаем, да, с самого начала. Хотя этот ствол, смотрите, гораздо убойнее. Это просто обрез. Хотя мне казалось, что он будет работать примерно так же, как и Грейжен и первый ствол. То есть по два выстрела, а это оказался полноценный обрез. Да, но дистанция, конечно, не такая, как хотелось бы. То есть нужно ждать и подпускать всех поближе. Пожалуй, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.